Так, ну что, я, наверное, просто видео сниму. Без каких-то вестей да новостей, без всяких ужастиков и каких-то событий супер важных и непонятных, потому что все время как, о, такой портал новости Хорватии, Харе ТВ. Просто атмосфера, природа, погода. Хотела дольше прогуляться, но я лоханулась. Я сразу спустилась к морю после дел кое-каких. И забыла, что мне еще надо кое-что в центре. Так что сейчас я быстренько здесь проскочу, гляну, вам покажу. И обратно в центр города, а потом надо уже в Лидл спускаться. После часа у нас еще кое-какие дела неожиданные. Вернее, у меня попросили, чтобы я в школу заехала. Вчера звонила, это завуч. Но ничего плохого. Она такая, ничего не случилось, ничего не случилось. Все хорошо. Там, короче, надо... Я буду как представитель от родителей. Дети, которые едут, которые учат немецкий дополнительно. У нас он не обязательный. А вот в соседнем селе, кстати, два обязательных языка. Английский и немецкий обязательно учат. А у нас выборочно, можешь немецкий, можешь еще там какой-то, итальянский, не помню сейчас. Короче, я как представитель нашего класса должна посмотреть предложение от туроператоров и перевозчиков, потому что дети, которые идут на немецкий, едут в путешествие в Австрию. И школа не имеет права без точной информации. Ой, я тут так вымыла. Здесь обычно были мелкие округлые камни, такие природные. Или я сейчас... Да нет, вроде тут мы спускались. Как странно. Слушайте, прям глыбы одни. Наверное, штормом все повыносило. В общем, я сейчас должна к концу уроков, занятий приехать, выслушать предложение школы, выслушать предложение этих перевозчиков, согласовать, потом, не знаю, наверное, информацию передать другим родителям, решить, что для нас лучше и по цене, и по услуге, по качеству, и по страховке. Видите как? Когда была корона, мало перевозчиков было, было очень дорого. Потом все как-то так восстановилось, и было классно. И в прошлом году столько путешествий у них было прям за копейки. Это было вообще круто. Реально столько увидишь, столько дети мотаются и по Хорватии, и в соседние какие-то страны, просто там, ну не знаю, за 30 евро. И причем там прямо дома, и к дому вернут, все ништяк. И вот сейчас тоже какие-то предложения даются, где можно выбирать, можно под себя подгонять. Хорошо. У меня знакомая сейчас родственница была в Австрии. В столицу ездила, довольно вернулась. Еще одно сердце для вас. Вот здесь мне нравится. Правда, здесь всегда похолоднее вода, почему-то здесь подводные течения, наверное, очень сильные. А так сам пляж просто класс. Я вам покажу моменты, детали его. Наверное, в шорты закину. Вот именно какого цвета здесь камни, не знаю, сколько камера будет точно передавать. Белые, обточенные, гладкие, блестящие. Они, правда, завалены, сейчас они еще больше. И такие, как ванночки, формы имеют. А здесь это специальное здание, где дети с синдромами разными отдыхают, где больные люди, где люди, там какие-то социальные случаи. И у них, кстати, неплохие тусовки, классная музыка, и веселье, и кухня. По-моему, они с Красным Крестом, ну да, Красный Крест с ними работает. И постоянно что-то, кто-то там есть. Фига себе, тут шторма все это повыкидывала, выгоняла. Так, сейчас я шортики засниму и дальше по делам.